9 утра, друзья. 9 утра соревнования проходят. И тут человек комментирует. А вот там ребята, вот они там волну ловят. We have to hold this contest. Towards the pillow. This wave might have a bit of a shoulder to get a couple turns in there right in front of the judges. Got green going for the next wave. It's black still banging off. Green's trying to find access to the pocket, trying to get a bit of a cover up. Vince Shea starting his campaign, and right behind him on the very next wave. Качил на волну человек. Хочу обратить ваше внимание вот на этот объект плавающий. Это фотограф. Не получилось. Вот такая лодочка. И мокрый человек из нее. Люди наблюдают, снимают. Болельщики, друзья. Некоторые с серьезными камерами тут. Вот с такими. А тут же парковка велосипедная. И как часто бывает на таких мероприятиях общественных, вот тут какое-то обслуживание, в смысле покушать. Вот видите, тут культурненько, меню имеется. Так, тут можно и супчику взять, и бутербродик какой. Вот, а там еще один конкурирующая фирма. Пахнет, кстати, неплохо пахнет. Так, неплохо пахнет. Другого дизайна, да? Смотрите, устройство. Так, машинка. Тоже все вкусненько. Вредненько. Всякие в пакетиках, отравка. Всякие химикаты. Вот. Собачка пришла тоже посмотреть мероприятие. Она... Тимми? Да. Ну, собственно, надо сказать, что на хозяйку немножко даже похоже. Тоже так у них много общего. Это часто бывает. Тимми, покажи свои очечки, покажи. Вот эти лодочки, еще одна. Они такие яркие, красивые. Вот, друзья, мое внимание привлекла вот эта конструкция. Конструкция – это такая палаточка, которая ставится над автомобилем. Вот я внутри покажу. Палаточка, буквально. Палаточка, лесенка. Вот. А все это хозяйство ставится. Давайте на картинке вам покажу. Вот так. Ставится на автомобиль в сложенном виде. А вот так оно ставится, когда люди такой приезжают куда-то. Да, вот стоит машина прямо сверху над машиной, и там можно жить, вот они разных масштабов.